Привет. Как дела? Как дела? Добрый день. Да дела еще сегодня и не начинались у меня. Кого ищешь в этом чате? Что? Кого ищешь в этом чате? Кого ищу в этом чате? Души, которые бы готовы последовать за Христом. Я христианин православный. Очень люблю читать Библию. Уверовал во Христа. Исцелился от рака. Отец, правда, у меня умер. А вот я благовествую в интернете. Чат рулетки тоже о Христе. Как мило. Ты симпатичный. Скажи мне, христианин. Где член большой? Вы гомосексуалист? Типа того. Вы слышали в Библии рассказ о Содоме и Гоморе? Эти два города Господь сжег за то, что они делали непотребство. Разжигались похоти друг на друга, мужчина на мужчин, женщина, делая срам. Вы покайтесь в этом грехе, иначе вас ждут вечные мучения в гиене огненной. Ой-ой-ой, так прямо испугался. Ну, когда умрете, узнаете, потом не говорите, что я вас не предупреждал. Ну а пока я не помер, покажи мне член. Покажешь? Вас ждет мучение, адские мучения. Вы убойтесь Бога. Это мерзость, то, что вы говорите. Вы мерзавец. Да ладно, мерзавец. Мерзавец, мерзоплакостник, стыдоба. Читайте Евангелие. В этом мире все относительно. Понимаешь? Все. Есть Бог, грозный судья, который будет судить вас за эти мерзости, будет мучить вас вечно, если вы не покаетесь. Ой. Я не собираюсь никаких каяться. Еще чего. Наша сейчас задача побольше размножаться. Вы даже и размножаться-то не можете, гомосеки проклятые. У вас детей даже быть не может. Скверна. Как вам не совестно-то, не стыдно этой мерзостью заниматься? Ой. Я тебя умоляю. Это мерзость. Для вас? Это пакость. Вас ненавидят все за вашу мерзость. Вы противны Богу и людям. Сейчас прям раскаюсь и пойду скатиком. Значит, не раскаетесь, угорите вам в аду, это ваш выбор. Господь сотворил людей свободными в выборе, Он не может вас заставить. Он лишь предложил вам, выбери жизнь, а вы выбрали смерть. Смерть. Может быть, смерть как раз вас ждет, откуда знать. И меня ждет смерть. Конечно. Смерть. Все мы смертны. Но после смерти одни пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. У меня есть шанс спастись. Я не творю такие непотребства, неугодные Богу. Я соблюдаю его заповеди. Заповедь. Это бред. Заповедь не прелюбодействует. Это не бред, это. А иначе, почему люди умирают? Почему? Одни раньше, другие позже. Почему от СПИДа гомосексуалисты умирают? Не почему. Потому что Бог послал эту болезнь для вразумления. Может, кто-то заболеет, а остановится и покается, не желая умереть. Вы же не хотите умереть от СПИДа? Нет. Я еще собираюсь подолгу пожить. Так не получится долго жить. Вы заразитесь СПИДом и умрете.
Если я заражусь СПИДом, я заражу как можно больше других, чтобы уже вместе со мной пошли. Ужасное состояние. А зачем вам это надо? Вы дьявол какой-то. Заражу, чтобы они вместе со мной пошли. Но они же тоже жить хотят, так же, как и вы. Мало чего они хотят. Мало чего они хотят. Мне скучно там будет. Мне скучно там будет одному. Вы сатане служите. Вы его жалкий, ничтожный раб. Христос вас может освободить. Покайтесь и веруйте в распятого и воскресшего. Ага, сейчас пока. Ага, сейчас пока. Еще чего. Не хотите каяться, да? Мы враги. Никакого здесь не будет. Середины здесь не будет. Да, мы христиане, ваши враги гомосексуалистов. Но Господь заповедал и врагов любить. Поэтому мы вас не убиваем, а терпим. А 20 лет! Вы желаете нас убить при первом же возможности. А Господь нас запретил нам это делать. Вот и прекрасно. Оставьте эту пакость. И не убивайте ни себя, ни людей. Познайте истинную любовь жертвенную, а не эту бедность, чего творите. Фи. Это чушь. Нет никакого, как вот. Это не чушь, это истина. Послание к римлянам, 1 глава, 27 стих. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Познайте истинного Бога. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиривы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, но делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это к римлянам писал апостол Павел. Было у них такое. Мы уничтожим всех вас. Без жалости. Вот и все. Вы можете уничтожить тело, душа воскреснет и отойдет к Богу. Господь учит, не бойтесь убивающих тело. Бойтесь же того, кто душу и тело может погубить в гиене огненной. Ненавижу. Бес мучает тебя. Покайся, объяви пост и молитву, и изыдет из тебя скверно это. Ты же человек. Зачем тебе эта мерзость? Уничтожим вас. Но как они не... Послание к римлянам, 1 глава, 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела
Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиривы, немилостивы. Они знают, что... Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Чему ты мне все это читаешь? Надеюсь на ваше благоразумие и покаяние. На мое. Ну, похоже, я мечу бисер перед свиньей, наверное. Зачем вам эта свинская жизнь нужна? Мерзость это. Вам самому-то не противно? Чтобы таких стало меньше. А что я вам плохого сделал? Почему? За что вы меня ненавидите? А ты догадайся в двух раз. Да мне что догадываться? Ты служитель греха, раб дьявола, жалкий, ничтожный раб, исполняющий его похоти. Сквернавец, гордец, обидчик, богоненавистник. Ну и сколько у тебя злобы. Зачем он тебя бес мучает, во время блуда он вошел в тебя, бес мучает тебя. Господь может освободить тебя от него. Выйди из него, без блуда. Именем Иисуса заклинаю тебя, оставь и не мучай этого человека. Изыди, сатана! Изыди, проклятый! Оставь и не мучай его. Именем Господа заклинаю тебя. Оставь, изыди, сатана! Изыди! Изыди, выйди из него! Именем Иисуса Христа, распятого, воскресшего, говорю тебе! Изыди! Изыди, сатана! Оставь, не мучь его! Оставь! Выйди из него! Бес проклятый, гореть тебе в аду! Оставь этого человека и не мучь его! Оставь! Именем Иисуса Христа, распятого воскресшего, говорю тебе, оставь и не мучай его, изыди! Изыди, сатана! Изыди! Да воскреснет Бог и расточатся враги его, да пусть бегут от лица его все ненавидящие его, как исчезают дым, да исчезнут, как тает воск от огня, так пусть погибнут и бесы при виде любящих Бога, осеняющихся крестным знамением. И говорящих, радуйся, всеславный честной крест, прогоняющий бесов силу распятого тебе Господа Иисуса Христа, вала сошедшего, уничтожившего силу дьявола, дровавшего на тебя свой честной крест для прогнания всякого супостата. О, всеславный, извозящий крест Господень, помогай мне со святой Госпожой Девой Богородицей, со всеми святыми во веки.
Аминь. Изыди, сатана, из этого человека! Изыди! Изыди! Проклятая сатана, изыди! Оставь его, не мучай! Изыди, сатана! Именем Иисуса Христа заклинаю тебя! Изыди! Не мучь этого человека! Господи, прошу тебя, освободи этого человека! Милости твоей, смилуйся над ним, сжалься, прости его все грехи вольные и невольные. Как меня когда-то ты помиловал и оставил жить на этом земле. Прости этого нераскаянного человека. Прости. Но если он не хочет каяться из покаяния, убей его тогда сам своими руками. Изыди, сатана, оставь этого человека и не мучь его больше. Изыди, сатана, изыди! Изыди! Отпусти его, слышишь меня? Отпусти! Нет. 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 Так легко. Гордеть тебе, так легко не уйдет. Проклятый, вместе с ангелами, духами злого поднебесной, раз не хочешь каяться. Это твой выбор. Я молился за тебя. Видимо, передена грань. Ты похулил Духа Святого, и нет тебе прощения ни в сем веке, ни в будущем. Сквернавец какой. Сатана сильнее. Сатана сильнее. Здесь твои силы. Здесь твои силы. Не хватает моей силы, не хватает моей веры. Да. И ученики Христовы не могли изгнать бесов. Ты сам этого не хочешь, потому что я ничего не могу сделать с тобой, ничего. Ты сам сделал этот выбор. Бог тебе дал эту свободу. Держи ее. Гореть тебе в аду. Это ты горишь. Это ты горишь, мать. Нет. Я покаялся, принял крещение. Наплевал на сатану и на все дела его. Я член православной церкви Христовой. Точно, что член. Точно, что член. А ты богохульник и сквернавец, мерзавец. Похулил Духа Святого. Видимо, нет тебе прощения. Ни в сем веке, ни в будущем. Хулил Духа Святого, Церковь Божию. Я не хожу туда. Я не хожу туда. Ненавижу вас всех. Ненавижу. Всем вам будет конец. Всем вам будет конец. Мы будем. Мы будем. На секунду мне показалось. Что ты можешь меня победить? Что ты можешь меня победить? На секунду. На секунду. На секунду. Запомни эту секунду. Она превратится в вечность, если не покаешься. И вспоминай эту секунду почаще. И покайся, и брось эти делать непотребства. Я буду с рэпом на голову до конца вашей жизни. Ой-ой-ой. Служитель дьявола, раб греха. Когда-то я такой же был. Но Христос освободил меня. Но! То, что я этого захотел. Я испугался умирать. У меня рак был. У тебя, когда спит настанет, ты тоже испугаешься умирать. Может, вспомнишь мои слова и покаешься. Заразит он спидом еще, чтобы с собой взять. Меня что ли? Меня что ли? Ты тоже не заразишь.
Сила взял. Сила взял. Потому что ты не заболеешь. Откуда знаешь? Откуда знаешь? Что ты там читаешь? Что ты там читаешь? Скажи мне, что ты читаешь? Скажи мне, что ты читаешь? Что ты читаешь? Слово что ты читаешь? Читаю, которое ты ненавидишь, видимо. Покажи мне член, красавчик. Закрой рот свой поганый. Членом покажи. А че ты мне рот стыкаешь? А че ты мне рот стыкаешь? А? Люблю создавать вонь вокруг себя. Вечную. Вечную и бесконечную. Книга Бытие, 13 глава. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем. До места жертвенника, который он сделал там в начале, там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. Хананеи и фаризеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобой, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не взяли земля перед тобою, отделись же от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел свою окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру. Вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, двинулся Лот к востоку, отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей, раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злые и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои». И с места, на котором ты теперь смотри, к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе я дам и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сосчитано будет. Чего? Чего ты эту маску напялил на себя? Красота, а? Может быть мне хочется? А может быть мне хочется? Покажи. Люкаса. Сохранец, а? А что, где? Маска защищает меня от твоих мыслей. Маска защищает меня от твоих мыслей. Поганый. Как экран. Как экран.
Второй раз я тебе не позволю сделать только, что ты только что делал. А что я делал? Беса из тебя изгнать пытался. И как ты мне это не позволишь? Что, отключишься, что ли? Значит, боишься ты Иисуса Христа? Ты знаешь. Сила дьявольская. Страшно тебе? А? Боишься ты Иисуса Христа, распятого и воскресшего? Боишься, злобишься, сделать что не можешь. Зачем ты впустил себя этого беса-то? А? Тебе-то какое дело? Мне-то какое дело? Тебе-то какое дело? Гореть же в аду тебе, душа-то бессмертная. Если кто изгорит, то это ты. Если кто изгорит, то это ты. Первый. Я Бога люблю, чё? Я его заповеди соблюдаю. Ты прелюбодей. Сквернавец. Нераскаянный. Ты мой враг. Ненавижу. Ты мой враг. Ненавижу. Встань на колени перед Христом, попроси у него прощения, простить тебя. Ищать тебя. Он изгнал с неба сатану. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Книга Бытие, 18 глава, 23 стиха. Слушай, подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым, и с праведником будет то же, что с нечестивым? Может быть, в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места, всего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них пощажу весь город и все место сие. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5, неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке. Как на базаре торговались. Может быть, найдется там 20. Но он сказал, не истреблю, я ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю, ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Потому что они торговались, как торгаши. Яко исчезает дым, да исчезнут. Господи. Как ты все это терпишь, эту мразь? И меня ты терпел когда-то, Господи, и пощадил меня.
благодарю Тебя, Господи, что продлил жизнь мою, что я в 33 года не умер от лимфосаркома. Благодарю Тебя, Господи. Столько людей, живущих во тьме, в этой чат рулетки, занимающихся непотребствами, Ты все это терпишь и не губишь, Господи, страну нашу. Может быть, ранее 50 праведников Ты все это терпишь и ждешь их покаяния, Господи. Имя Твое – любовь. Ты умер за нас на кресте. Ты пролил свою пречистую кровь за каждого из нас. И каждый может спастись. Ты сокрушил сатану на кресте, Господи. Ты невинный пострадал за всех нас. Молю Тебя, Господи. Ты силен сотворить все, что желаешь. Это чеш. Творец неба и земли. Ты силен изгнать беса из этого человека. Но Ты дал ему свободную волю, Господи. Ты не можешь никого. Человек сам того не захочет. Ты дивный Создатель, умерший за нас и воскресший. Матерь Божья, молю Тебя, смилуйся над нами, грешниками. Дай этому человеку покаяться. Прости его. Встань на колени, попроси у Бога прощения, и изыди тебя из этого сатана злобы, и не будет тебя мучить больше. Зачем ты служишь ему? Он затащит тебя в ад. В ад затащит, будет тебя вечно мучить. Наплюй на него, он обманывает тебя. Зачем? Выбери жизнь. Зачем тебе умирать, глупый человек? Выбери жизнь. Мучаешься, сидишь, он мучает тебя. Встань на колени пред Христом. Попроси прощения. Душа твоя нераскаянная пойдет в ад вместе с ангелами тьмы, демонами. Освободись, пока живешь на этой земле. Есть еще время для покаяния. Ныне день спасения. Ныне. Иди, вставай на колени, молись. Чего сидишь? Иди. Проси у Бога прощения. Мразота. Покайся. И простит тебя Господь. Сними маску-то. Сними. Тебе говорю. Человек. Если ты человек, а не скотина, конечно. Ведешь себя как скот. Делая срам. Это грех прелюбодеяния, который Господь ненавидит. Ненавидит, и люди ненавидят всех вас. Вы еще других совращаете к этому греху. Гитлер убивал вас, ненавидел. А Господь вас терпит, ждет вашего покаяния. А чем Гитлер закончил, помнишь? Самоубийство. Что убивать нас грех. Ну и нас убивать грех. Что же ты собрался меня убивать? Взявший меч от меча и погибни. Господь говорит, не мстите за себя, возлюбленные. Мне отмщение, я вас дам. Сколько людей совратил на грех на этот? Я считал, что это грех. Но теперь ты знаешь, что это грех? Ну и все. И на страшном суде отвечать придется за все твои злодеяния.
Я тебя умоляю. Давно ты этим занимаешься, непотребством? Лет 10. Лет 10? И кто тебя этому научил? Какой сатана? Был один. Козлина, да? Совратил мой тебя. Мой учитель. Ну, ты что? И что? Наглый как-то. Смотреть на тебя противно. Рожа не раскаянная твоя. Как Господь вас терпит, еще не убивает, а? Ой-ой-ой. Потому-то он и Господь, что терпит. Всегда будете слабее нас. Первый раз пришел Господь призвать к покаянию, во второй раз придет судить и отделит овец по правую сторону, а козлов по левую. И пойдут праведники в жизнь вечную, а нечестивые в муку вечную. И будет там плач и скрежет зубов. Вы вечно будете мучиться в аду. Зачем тебе это надо? Никто не знает, что нас ждет по ту сторону. Никто не знает, что нас ждет по ту сторону. Главное, что здесь. Мы на коне. На каком вы коне-то? На коне вы. На коне. Ой-ой-ой. Вообще. Да как низко человек пал, а? Что там читаешь, какую книжку? На чё уставился? Ты что, меня изучаешь, что ли?
Сейчас смотришь. Сейчас смотришь. Чипы. Я тебя побеждаю потихоньку. Вернись в наше ложе. Сойди с того пути куда. Вернись. Ты пошел. Вернись. Ты же видишь, что мы сильнее. Сильнее. Вас Господь с неба скинул. Сильнее вы, мрази. Замолчи, я молюсь. Я еще буду тебя атаковать. Это лишь перерыв. У тебя нет ничего против меня. А у тебя против меня? Еще есть. И что? Еще есть. Хочешь отца сына? Разотата. Изыди сатана. Я подберу тебя тогда, когда ты не ждешь. Изыди сатана. Изыди. Отойди от меня, сатана. Отойди. Этот фокус не пройти. Ты сатана. Противник Божий.
всех служителей твоих. И одни пойдут в жизнь вечную, другие в мир вечный. Покайся. Покайся. Ты же зло творишь, ты же злодей. Покайся. Исчачиво. Хочешь и дальше зло творить? Вот так. Хочешь и дальше зло творить на земле? Что? А зачем ты живешь? Скажи мне, зачем ты живешь? Господь сказал плодиться, размножаться. Господь сказал плодиться, размножаться. Плодитесь и размножайтесь, но не блудите и наслаждайтесь. И все перевернулось в твоей башке. А чё ж ты не размножаешься? Ты размножаться-то не можешь. Гомосексуалист, мерзопакостный. Срамота одна. Господь сказал, плодитесь. Не вам он это сказал, гомосекам. Вам он сказал, не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй.